Глава муниципального образования Хасаэль Тускеренджи Аблачапиев Салау поздравил всех жителей с днем местного самоуправления. В частности, поздравление говорится. Уважаемые жители Хасаюртовского района и коллеги, 21 апреля Российская Федерация празднует День местного самоуправления. Учреждение этого праздника говорит о внимании государства к представителям местной власти и органам местного самоуправления для развития демократии и гражданского общества. Экономическое развитие территории, благоустройство населенных пунктов, обеспечение населения коммуникациями, охрана общественного порядка, эти и другие жизненно важные социальные и экономические вопросы стоят в повестке дня органов местного самоуправления муниципалитетов. Именно через органы местного самоуправления граждане реализуют свое право принимать участие в решении вопросов местного значения, отстаивая свои интересы и потребности. Задача работников исполнительской власти – защита прав и обеспечение надлежащего уровня жизни на благо общества. Поздравляю всех муниципальных служащих, работников местного самоуправления Хасаюртовского района с профессиональным праздником. Искренне хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и достатка в ваших семьях, успехов и достижений вашей профессиональной деятельности. Глава муниципального образования Хасаюртовский район Джамблат Шапиевич Салаов.